Очнется. Мне релогнуться надо почему-то, короче. Вот, забери всех на себя, релогайся. А не, все нормально. Монород, ты тут? Монород тут в рейде, он рядом где-то. Но дом показывает, что он рядом. Если бы... Ладно, хуй с ним, не буду умничать. Короче, я думал, он в Дискорде, вот почему я спросил. Точнее, надеялся на это. Тимбыч, забирай сейчас. Командира, Войд пусть всех оставшихся. Пробудителя первого лупим. И косты бьем ему, потом агрессоров. Иди пуляй. Тимбыч, ну не туда ведешь, сейчас еще верхние согрятся, нахуй они вот нам нужны. Так, что у нас это в свету Денчик останется, да? Один будет. А мы с хилим. Не, в принципе, должен. Свету хилить нет. Так, может, кстати, мне даже лучше остаться в свету? Денчик один выведет. Блять, я с пугами хожу, один хэпал вывозит. Вы о чем? Не, просто дело не в этом, просто Денчик заебись хили вообще. Вот пусть свету тусит. Вы вдвоем в темноте. Не справитесь, я спрятнусь. Да при чем ты хуёвый, не хуёвый ты, ты заебись. Просто я говорю, что даже пуги в одного хэпала хилят, то уж ты-то стопудово выхилишь.
Ой, это ты не радуйся, ты в темноте будешь. Ты думаешь, я испугаюсь этого? Да нет, я знаю, что тебе только это подбодрит. Ну вот, уже подбодрило его. Ты учись ХМ, РС проносить. Нам, блядь, нету Лёхи, надо самим проносить. То есть понимаешь, про что я говорю. Не релить, что ли? Да при чем тут и релить? Релить есть кому. Своё осознание, как должно кинжал водиться. Да я это без проблем все сделаю. Вот тут 1000 раз. Там в темноте больше не от танка зависит, а от людей, которые бегают. Потому что там, да там, там просто шмот надо, и все, иначе его сложат. А тактику-то Войт-то знает, я уверен. Теперь в свету надо танк. Драгон у нас что? А у тебя Драгон есть КЖ-ка лагает. На танке, на ДК? Да. Это саппорта нормально должно. Там видишь, в чем фишка, рецепт, если ты говоришь про чарку наруча. Я не знаю, ты знаешь, что какие-то заплатки есть на резист. Они есть, но они, короче, их надо выбить. Они персональные, то есть. Я не видел, по-моему, они не продаются. Ну и чё, я Дживса выбил, и чего? Так Дживс это совсем другое, там шанс дропа намного выше. А те закладки, они с мобов падают, и там шанс ну, очень маленький. Это надо ледяную корону фармить по КД, короче. Я не думаю, что там шанс разный. Не, там Дживса шанс намного больше. Там что-то, ну, меньше процентов. А Дживса больше. Я выбивал шмотки с 0.01% шанс. Ну так вот, это надо ходить и выбивать. 5 брюлей, здрасте. А чё, ждём команды, что ли? Вон, слева патруль. Хватайте. У брюля не 0.01 какой-то процент. Но... Почему тут там... брюль? Да вон, ну просто Вервульф или кто там сказал. Да-да. Типа 5 брюлей. У него не такой маленький шанс дропа. У него что-то 1 или 2%. 0.01 шанс для него самый. Да хуйня, ты, блядь, если бы был шанс 0.01, ты бы его хуй в жизни увидел. Ты понимаешь, вот и в Рагнарёк есть такая ММО, где карточки падают с 0.01% шансом. И, но блядь, мы не в эту же игру играем. Но причем тут шанс 0.01% это нормальный шанс. Это не нормальный шанс, это неадекватно. Это неадекватно. Вообще неадекватно. А вот вопрос такой задам. Кто-то знает, как это вообще рассчитывается шансы? Ну вот ты кидаешь ролл, вот это то же самое. Берешь свечки и молишься. Нет. Там 75%, по-моему, то, что ты выбьешь почетные знаки зелья, потом ледяной шар, что-то 20% на то, что ты выбьешь какой-то джекпот, типа там 250 очков доблести. Или очки арены 125, или сколько там падает, не помню. Про рулетку сейчас? Да-да-да. А потом уже прям маленький шанс, что-то от 1, то ли до 5%, я не помню. Как там ставьте, сумоньте. Брюль, потом руна Сируса, которая на 5 очков, еще что. Я с рулетки 9 брюлей вытащил же, нормально. Ну вот. Если бы был шанс такой маленький, ребят, ну, не было бы просто... Так, ладно, меньше флота, больше дела. Не было бы людей 18 рублей. Так, я пописать отойду, я это, сумоньте, кого нету, я рыбу даю и... Памперс. Сейчас, я 30 секунд, ребят. Вот рыба, сумоньте, кого нету в таргете, давай всех сюда. Только шамана нет, он в Долоране. Восемнадцать брюлей это донат.
Если ты говоришь 0.01 шанс, это очень большой шанс, я тебе говорю. Много у кого есть. 0.01 шанс — это сотая часть процента. Бля, ты понимаешь, я тебе объясняю, есть боссы, с которых падает итем в одной игре, который респится раз в сутки. Его кто-то убивает, с него шанс 0.01. И их много итемов, понимаешь? На сервере есть много. Ты говоришь, что не падает. У тебя не падает, блядь, а у кого-то падает. Вот и все. Я не говорил, что у меня не падает. Не надо клеветать, у меня два есть. Так, Лето, можно? Тихо, сейчас пул будет. Так, три хила, посмотрим, справитесь, справитесь. Не справитесь, я спепнусь. Япончик, не, мы справимся. Справимся, да. Гена, Япончик, Гена, Войд. Бафы дайте, Вару, что-то там не хватает. Рэнджу, пожалуйста, все возьмите, милики отойдите на третьей иллюзии, подбежите, похуй какой. Половина миликов трусы, половина миликов печеньку. Будете долбить иллюзии. Все РДД дальше в мейна, в квадрат. Там насрать. Так. Да, метки у вас есть, ребят, смотрите, Войд начинает, Тимбыч иллюзию первую забирает, Монород вторую. Еще раз чекну. Рэнджу, возьмите милики пока в сторону, отойдите, будет три иллюзии, три. Кто-то в трусы бежит, кто-то в этот, в печеньку. Звонит. Без разницы. О, это если что, это кричите. Да. Вот.
Поднимите Кирса, он что-то сегодня целый день мрет. А он на пыли еще. Его шот. Так, Войт, нам бойся. Его женщина. Все, пошел. Найс, ты забежал в рейд. Угу. Это кто же? Кто это сделал? На ком череп был мет. Я просто не понимаю, вы неправильно делаете, вы должны все в центре стоять. А когда метки дали, метки... Успокойся ты, это чё, ёптель, блядь, тебе пуга рейд, что ли? Если вар затупил, это пиздец. Это его проблемы. В следующий раз в ГП въебу. Не надо тут ничего нигде стоять, блядь, ребят, пиздец. Ну, пуга рейд, что ли? Пожалуйста. Так, Монород, Кимбыч справа, Монород слева, Войд на боссе, Япончик, кинь ему этот, да. Антифир. Я сейчас к ним вот сюда в пати, хилам отдам вот этого. Лечу, да? Так, не, Войд, не лечу. Войд. Войд, да. Все, Войд, погнали. Давайте,
Так, Войд тьма, Тимбыч свет, Монород ДД. Ребят, можно 30 секунд АФК? Давай, я рыбку поставлю, 30 секунд у тебя есть. Фул рыба вдаем. Так, япончик тьма, денчик свет. Под диспелом. Япончик, ты же вроде не диспелишь, да? Чему? Могу подиспелить? Ты тогда во тьме диспелишь. Карина, без дискорда, в пизду не хочу. Свет, соответственно, денчик диспелит. Вот это пелена полумрака, да? Ну, метку, я хуй знаю, как она там называется. Я просто никогда пристам не давал диспелить. Они вроде не могут. Слишком сложный вопрос для старого. Могут. Могут, ну пусть она диспелит. Я уже макрос вынес на панель, все нормально. И выйдите, босс. Отойдите оттуда. Вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры... Кто сейчас на боссе, на кого напал? Напал на Тимбыча. Тимбыч, встань, блядь, нормально. Куда ты стоишь? Ну ты чё, блядь, меня бесишь? Вот сюда встань. Да ты, мы все поставятся после того, как он пульнёт. Иди, Войд, помой... А, ну ладно, всё. Ну, Женуэн метка. Побежал рейд. На Войда готовьте зубы, хоты, хуёты и всю хуйню кидать. Вторая фаза сейчас будет. Тимбыч, ну ты же видишь, метка под тобой. Перебеги, блядь, в противоположную сторону. Живой. Войд, скажешь. Заходите. Все, перешли на ту сторону, чтобы под левую руку у вас ебало босса было. Кучу. Здесь япончик бэрит. Вынеси аудио. Лезвие через 10 секунд. Два, один. Рэд, отойдите ко мне все, блядь. Гену диспел. Войду, помогите, пожалуйста. Сейчас лезвие есть. Будет. Фильтр. Помогите. Кирс. Ну нахуй так диспелить.
он рейд взять. Темнота, стопнули, убрали нахуй руки от клавиатуры. Ждите. Третий, четвертый свет пошли. Ждите, ждите, ждите. Метка сразу кинь. Все, все дамагаем. Этот Геру, я даю свет. Темнота, погоди, сейчас. Все, темнота, дай Геру. Фул дамаг все. В темноте дали Геру? Если нет, напишите. Нет, нет, нет. Напишите ему, он, значит, не в Дискорде. Свет побежал, побежал, побежал. Дали Геру. Ой-ой-ой, срезал. Монород, БР не Ауди. Пусть пиздует назад туда. Хильте эту упаду. Что-то он больнее, чем Герри был. Раз. Сам хуй че, да? Сейчас я ГП дам. Не, народу все так же. Почему на 5 стало не хватать всего? Сейчас мана рот отсеется, он уже помогал. Бей сколько? Это, ребята, кто ролите, вы на мейн ролите, предупреждаю. А, блядь, не. У тебя нет аддона, Лич. Да? Стоп, мне не надо, спасибо. Да есть, есть аддон, я его просто не это, не включил на эту. Вот эту хуйню. Хотя, значит, может, заберу. Скорее, идем это дальше. Нет, Эро. А чё это самое? Может быть, с ЛК сходить, не? Не. Все, ладно. Всем спасибо. Всем пока. Этот, Лич, чё тебе, шея нужна за 300 ВП? А? Нет, за... Ну, 331 ГП она стоит. Нет, сапоги дорого, на мейн ты кидаешь сейчас или на офф? На мейн. На офф рольте. Нет, дорогое удовольствие, старое не возьму. На офф же вроде без ГП, да?